В Волгограде состоялся финал ежегодного конкурса «Талантливой молодежи. Вершины центра». Организаторы конкурса – депутаты Волгоградской городской думы Александр Мордвинцев, Светлана Титова, Дмитрий Дильман и Елена Мелихова. Проводится конкурс в пятый раз, поэтому его уже можно назвать традиционным для Волгограда. Это городской конкурс талантливой молодежи. В течение последних нескольких месяцев проходили отборочные туры. В этом году порядка 100 номеров участвовало в отборочных. Талантливой молодежи у нас очень много. И это мероприятие одно из, я считаю, наверное, к сожалению, немногочисленных, но хотелось бы, чтобы было больше таких мероприятий, которые бы позволяло раскрывать разные таланты молодежи. Молодежь в таких подобных мероприятиях раскрывает свои таланты и в будущем, конечно, будет достигать других вершин и находить свое счастье и место в жизни. Проводится конкурс по трем номинациям – вокал, хореография и оригинальный жанр. В каждом направлении жюри предстояло выбрать самого яркого представителя. Я смотрю на всех конкурсантов как зритель и ориентируюсь на свои личные ощущения. Все очень просто. Если мурашки идут, значит туда, значит в десятку. Сегодня были талантливые ребята. Это здорово, что в нашем городе они есть. Из 15 финалистов выбрать лучшего действительно сложно, поэтому никто из участников не остался без подарков и памятных призов. Ну а главный приз отдали самому достойному, по мнению зрителей. Спасибо! Все соперники достойны лучшего. И было до последней секунды непонятно, кто победил, но очень приятно, и я искренне благодарен, что в Волгограде проводится такого рода мероприятие, где есть и вокал, и хореография, и оригинальный жанр. Это очень круто, и спасибо нашим депутатам и организаторам.